Почему? Здесь я вижу несознательных граждан, зрелых людей, которые видели 86-й год, которые знают Жанна Лузена 11-го года. Почему они здесь? 95. А мои его поколение, оно сидит. Оно боится, что завтра не поступит. Оно боится, что завтра их выгонят со школ. Нет, завтра их выгонят с родины. Да, это да, хуже, да, да. Это хуже намного. Казаки, я требую вас, вы должны быть здесь. Не многодетные матеря, не бабушки, не дедушки, которых сейчас уже, возможно, посадят в автозак. Вы должны быть, вы, крепкого телосложения, молодые люди. Вы должны быть здесь, вы должны быть на площади. Вы должны быть здесь. Родина это мать. Почему казаки когда-то встали в 86-м? Почему? Почему тогда кровь проливалась? Неужто ли те, кто умерли тогда? Неужто ли их жертва была напрасна? Почему? Правильно. Наша независимость, она под угрозой. Вы не защищаете свои права. Я вас не видел ни в июле, нигде. Вы сидели у себя дома. Вас не было. Так почему же вас нет здесь сейчас? Вы же понимаете то, что здесь уже не ваши права. Здесь уже не то, что вы свободны или нет. Здесь уже ваша нация. Молодец. Она истребится. Она падет. Да. Посмотрите на тайванцев, посмотрите на уйгурцев в Синьцзяне. Там же есть наши же казахи. Почему вы здесь? Почему кричите? Такое равнодушие? Вы все равнодушны. Равнодушие, пустота. Почему? Если вы... Джастар! Дорогие студенты, дорогие школьники, студенты, если вы не подниметесь, как в 86-м году, если вы за родину, за свою родину, за свою нацию, за свой народ, за свои права, против китайцев, за свою независимость не встанете, то я вас презираю. Буян Казах! 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 Нет, батя веск! Асхан Шварценеггер емес. Әлім жоқ, бірақ духым бар, рухым бар. Не үшін? Не үшін мен мына жерге келіп тұрмын? Өйткені қазақ үшін келіп тұрмын. Тек қана сол үшін. Қазағым ау, сен қайдасың, а? Қайдасың? Мынау жерде болуың керек. Ал сен не үшін тығылып өзің үйіңдеріңе? Жастар, міне, жастар, осындай болу керек міне, осын. Қайда вообще рухыңды адамы көрсетіңдер. Мәңгілік емессіңдер. Қазақстандықтар тек қана мен қазақтар деп айтқан жоқпын. Ең көп ұлт өкілі ел біз. Центральная Азия бойынша. Бастай ертең. Жастар көп боласыңдар. Қазір 80-90 100 мыңға істейсіңдер, ертең 20 мыңға істейсіңдер. Ертең болмайды орын сендерге ертең. Сіз жұмыс істейсіңдер, ойланыңдар. Жастар. Ертең өз қарындастарын мыйлары промоутса жүреді со Қытайға жүгіріп. Көреміз сол кезде қалай өлең айтасыңдар. Е, жастар ал. Ата-баба жерін қорғаңдар, жастар. Сіз ойламаңыздар, мен сондай батырмын. Менде, у меня тоже есть что терять, я тоже учусь в школе, у меня тоже есть родители. Вы поймите то, что мне уже как-то, ну и да, возможно, будут у меня проблемы, возможно, будут меня прижимать. Невозможно, может быть, скорее всего, но смысл так дальше жить, смысл мне поступать куда-то, приобретать работу, жениться, если я не вижу ни одной свободы, я хочу, чтобы мои дети не видели здесь свободы и демократии. Я не хочу, чтобы они говорили на китайском. Не хочу, чтобы они говорили...